Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. Есть обратная связь. Как только это будет понятно, мы сразу начнем наш обзор. Ну а пока, как всегда, по пятницам я традиционно нас всех поздравляю. Сегодня пятница. А это значит, что конец торговой недели, рынки закрываются, поэтому, наверное, не имеет смысла начинать торговать в пятницу. И с этой точки зрения наш с вами обзор сегодня носит больше академический интерес, нежели практический. То есть торговли не получится, но просто рассмотрим текущую ситуацию. Но, тем не менее, жду, когда вы отреагируете. Возможно, какие-то проблемы с чатом, возможно, какие-то задержки. Жду хоть каких-то реакций с той стороны экрана. Итак, вижу, что все хорошо. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики, что у нас с вами выходило, ну и, соответственно, что нас еще с вами ожидает, хотя подавляющее большинство новостей уже отзвучало и уже оказало свое влияние на рынок. Но кое-что еще в запасе имеется, и даже серьезные кое-какие вещи. Итак, в 2.50 вышел целая обойма данных по Японии. Это индекс внутренних цен на корпоративные товары. За сентябрь месячные данные показал нейтральную динамику. Внутренние цены на корпоративные товары по году снизились, так как и ожидалось, на 3,2%. Денежная масса 3,6. Инвестиции в иностранные облигации за октябрь снижение 7,37 миллиардов. Иностранные инвестиции в японские акции, здесь положительный денежный поток 430. В 3 часа 30 минут выходил прогноз по финансовой стабильности Резервного банка Австралии. Несколько слов можно об этом сказать, что Банк Австралии достаточно позитивно оценивает текущую ситуацию. В частности, было сказано, что риски на рынке жилья немного снизились. Далее, риски со стороны долга Китая растут и оказывают давление на существующие перспективы. Рост цен на жилье ниже, чем год назад. Начинают проявляться риски, связанные с перенасыщенностью предложения квартир на рынке жилья. При этом банки достаточно устойчивы и устойчивы к шокам. Риски со стороны коррекции экономики Китая высоки, но, тем не менее, не очень уж страшны. Оценивает это Резервный банк Австралии. В 4.30, через час после такой оценки, вышли данные по Китаю. Индекс цен производителей по году рост 1,1, потребительские цены по месяцу 0,7, и потребительские цены по году выросли практически на 2%, если быть точным, 1,9%. Данные позитивные, и австралийский доллар на них укрепился. Так, что у нас тут в прайме есть? Давайте посмотрим данные по инфляции. Потребительские цены Китая в сентябре выросли, мы об этом говорили, бла-бла-бла. Это благоприятно для австралийского доллара, тесно связано с экономическим ростом Китая. Ну вот, собственно, только констатация того, что мы с вами уже сейчас рассматривали. 10.15 по Швейцарии индекс цен производителей импорта по месяцу, за сентябрь 0,3%, индекс цен производителей импорта по году, тоже данные на сентябрь месяц, снижение на 0,1%. Пусть медленно, но тем не менее швейцарская экономика потихонечку начинает выбираться из дефляции, ну и примерно те же самые слова сегодня были написаны в прайме, там говорят, что Швейцария продолжает медленно, но очень стабильно выбираться из дефляции. Об этом свидетельствует рост составного индекса цен производителей и цен на импорт в Швейцарии. В сентябре он вырос на 0,3% по сравнению с августом. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился, но всего на 0,1%. И здесь налицо совершенно позитивная, положительная динамика. Недавний рост цен и относительно стабильный курс швейцарского франка должны привести к небольшому повышению цен чуть позже в текущем году и наступающем в 2017 году. То есть оценочки достаточно неплохие. В 11.30 был отчет Банка Англии об условиях кредитования. В 12.00 вышел торговый баланс по еврозоне. Торговый баланс оказался профицитным.
очень приличным, очень хорошим, 23 миллиарда, а без учета 18,5. Данные достаточно позитивные, их очень неплохо оценили, но при этом нужно сказать, что сегодня европейская валюта не получила поддержки, и вот только ее парадоксальные реакции на данные по Америке, которые вышли чуть позже, мы тоже с вами об этом поговорим, сейчас их рассмотрим, рынок начал реагировать совершенно в обратную сторону. Хорошие данные по розничным продажам в Штатах, но при этом начал укрепляться курс европейской валюты. Сегодня выступал, давайте посмотрим, что у нас было. Итак, розничные продажи совпали с прогнозными значениями. Но нужно сказать, что они восстановились после небольшого снижения в августе. И, по сути дела, это сигнализирует о том, что потребители, судя по всему, будут способствовать более сильному экономическому росту в Соединенных Штатах во второй половине текущего года. Так, в Прайме по этому поводу пишут, что росту продаж способствовало увеличение расходов на автомобили и бензин. Без учета расходов на автомобили розничные продажи в сентябре выросли всего на 0,5%, хотя экономисты ожидали роста на 0,4%. Без учета расходов на автомобили и бензин розничные продажи в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с августом. Итак, идем дальше. Выступление главы Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена должно было быть в 15.30, но он начал выступать немножечко раньше. Вот вижу здесь в 14.37 уже его слова. Он сказал, что обеспокоен падением показателей рынка труда ниже уровня полной занятости. Он ожидает безработицу на уровне 4,5% к концу 2017 года. Обеспокоен ситуацией на рынке коммерческой недвижимости. Не обеспокоен инфляционными угрозами. Повышение ставок в декабре представляется вполне и вполне себе уместным и даже целесообразным, сказал Розенгрен. Он ожидает ускорения роста заработных плат. Так, что еще у нас тут есть по его выступлениям? Смотрим. Темпы роста экономики в период восстановления были умеренными. Безработица снижалась немного быстрее, чем этого ожидали. Это удивительно, что реальные процентные ставки на настоящий момент такие низкие, несмотря на улучшение ситуации с занятостью. Восстановление было полно сюрпризов, большинство из которых не были приятными. Вот такова оценка Эрика Розенгрена. В 17.00 нас с вами ожидают данные по индексу потребительского доверия Мичигана. Показатель ожидается на отметке 91,9. Сегодня рынки ждут выступления главы Банка Англии Марка Карни. Нужна его оценка текущей ситуации, и наверняка все ждут, что же он скажет относительно мер стимулирования британской экономики, поскольку он почти однозначно говорил, что стимулирующие меры будут продолжены, и вполне возможно, что ставка будет опущена до очень рекордно низких значений. То есть, там даже, если я не ошибаюсь, была озвучена цифра в 0,01%. То есть вот так низко собирались пускать ставки, но при этом как бы была дана гарантия, что на негативную территорию ставки не упадут. В текущей ситуации посмотрим, как поведет себя регулятор, и рынки с нетерпением ждут, что же скажет глава Банка Англии Марк Карни. В 20.00 традиционно в конце торговой недели будет отчет компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в Соединенных Штатах. Текущее значение 428, наблюдается постоянный рост, посмотрим, что будет в этот раз, как вырастет этот показатель. Ну и в 20.30 рынки ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Возможно, она даст какую-то оценку текущей ситуации, хотя, в принципе, мы все уже с вами слышали, и протоколы были, пока что ничего нового нет. По большому счету, все участники рынка сходятся на том, что ставки американский регулятор будет повышать, что произойдет это в декабре, но о том, на какое количество базисных пунктов будет подниматься ставка, мы вряд ли с вами узнаем до момента окончания голосования. Это произойдет уже на декабрьском заседании. Вот примерно такой у нас с вами новостной фон. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «Есть».
Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, и постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, то ставьте плюсик. Мы пойдем с вами дальше и посмотрим, пусть даже из академической точки зрения, чисто из академического интереса, посмотрим, что же нам говорят графики, что говорит технический анализ. Итак, вижу, что вопросов нет, все ясно, все понятно, идем дальше. Смотрим технику. Рынок нефти, нефть марки Brent, тренд восходящий, была коррекция. Вчера цены, тем не менее, по результатом всего торгового дня подросли, хотя и опускались в течение дня достаточно низко. Вот сегодня достаточно разнонаправленная динамика, росли цены на азиатской и европейской сессии, ну и вот в начале американской идет небольшое снижение. Но день еще не закрыт, пока что свечка остается, пусть с небольшим телом, но тем не менее белая. Итак, небольшая позитивная динамика, динамика роста на нефти марки Brent. На WTI мы видим с вами ту же самую картиночку. На часовом таймфрейме хорошо видно, что в течение дня был рост, и вот буквально в последнее время идет небольшое снижение. Но то же самое, пока что котировки находятся в плюсе. Индекс американского доллара сегодня практически все отвоевал, что вчера было потеряно за вчерашний день. Индекс немножечко растет. Американский доллар укрепляется практически ко всей корзине всех основных мировых валют. Торгуется выше своего средненедельного значения, которое находится на отметке 96.45. Индекс торгуется на текущий момент 97.88. Теперь давайте посмотрим мажорные валютные пары, ту самую шестерку этих мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляет. Начинаем с пары евро-доллар. Здесь зеркально перевернутая картиночка. Здесь у нас тренд нисходящий в фазе импульса, а вот здесь он уже в фазе отката. Поэтому сегодня день не торговый. И это очень совпадает с нашим с вами взглядом на то, что сегодня конец торговой недели и лучше не торговать. Идет совпадение торговой системы, нам тоже говорит, сегодня лучше находиться вне рынка, поскольку на рынке достаточно серьезная неопределенность. Здесь фаза активная, ярко выраженная медвежья доминанта, а здесь фаза пассивная, фаза отката. Поэтому, еще раз повторюсь, по евро-доллару сегодня вне рынка. Британский фунт тот самый, который стерлингов. Если здесь у нас нисходящий тренд в активной фазе, в фазе импульса, то здесь в пассивной фазе, в фазе отката, гистограмма растет, находясь ниже нулевой отметки. И поскольку нет того, что индикаторы подтверждают друг друга, что доминанта ярко выражена, поэтому мы делаем вывод по среднесрочной консервативной торговой системе, что сегодня лучше быть вне рынка и в рынок не входить. Итак, британец тоже не противоречит здравому смыслу. Конец торговой недели, и система тоже говорит, лучше понаблюдать со стороны. Австралийский доллар. Резкая смена направления. Вот сегодня он получил поддержку и на данных по Китаю, и на собственных данных, которые выходили рано утром. Рост австралийской валюты. Ну а с точки зрения среднесрочной торговой системы картинка выглядит следующим образом. Тренд нисходящий. Здесь он в фазе импульса, а здесь в фазе отката. Поскольку фазы не совпадают, значит, мы делаем вывод по австралийцу. Пока что тоже находимся вне рынка и сделок тоже не совершаем. Итак, все три основные мажорные обратные котировки нам сказали, что в рынок лучше не входить, подождать, пока будет ярко выраженная доминанта. Закончили со всей троицей обратных, теперь смотрим тройку прямых котировок и начинаем, как обычно, с пары доллар и японская иена. Удаляю эту линию, она уже не актуальна, цены уже поднимались выше этой линии, теперь смотрим, что говорит торговая система. Тренд восходящий в импульсе, а здесь в фазе отката. Плюс еще и диверочек. Индикаторы друг друга не подтверждают, еще и наличие дивера в сторону противоположную движению. Лучше находиться вне рынка, и эта валютная пара нам говорит, посиди в стороне, понаблюдай, лучше сделок не совершай. Когда все будет более благоприятно, вот тогда и будет иметь смысл открывать позиции. А сейчас лучше просто понаблюдать. Итак, делаем вывод по японской иене, сегодня вне рынка. Швейцарский франк, фаза активная, фаза импульса, здесь фаза отката. То есть опять
Ситуация не торговая, тоже находимся вне рынка. Это опять же полностью совпадает со здравым смыслом, с тем, что сейчас конец торговой недели и лучше не начинать торговать. Последняя валютная пара в обойме прямых котировок – это американский доллар канадскому. Тренд восходящий в фазе отката. Здесь вообще нисходящий тренд. Здесь индикаторы просто впрямую друг другу противоречат и тоже говорят нам: сиди на заборе, занимайся любыми другими делами, но только не торгуй по этой валютной паре, поскольку здесь индикаторы полностью противоречат друг другу. Здесь быки, здесь медведи. Ну, а это значит, что мы с вами находимся вне рынка. Идем дальше. Смотрим последний финансовый инструмент – это золото. Фильтры смотрят вверх, это означает, что мы отдаем предпочтение сделкам только на покупку, смотрим внутреннюю структуру. Цены пока что же находятся в пределах того самого боковичка, который мы с вами отрисовали. Вот. Но они опускались сегодня ниже. И самый будет благоприятный момент, если цена опустится еще ниже этого минимума, но у нас здесь будет диверочек. Если при этом индикатор не опустится ниже своего экстремума здесь, да, он будет в зоне перепроданности, но при этом будет диверочек, вот тогда... Но еще обязательное условие, конечно, наличие консолидации на часовом таймфрейме. Вот это будет совсем правильно. Чем дольше инструмент будет находиться в своем боковом движении, тем сильнее потом будет выхлоп. Итак, если это будут покупки, то мы с вами будем ориентироваться на последовательность вот этих повышающихся пиков. Ну и, конечно же, самая главная цель – это тот максимум, который мы наблюдали с вами в июле 2016 года. Вот примерно с такой целью можно будет открывать свои позиции на покупку. Так, есть вопрос. Во время эфира звук хороший, а на записи звука нет. Почему? Ну, Александр, это вопрос не ко мне. Я совершенно, увы, ничего не могу сказать про запись. Та запись, которая находится у нас на сайте, скорее всего, там звук есть. А вот где находятся другие записи, к сожалению, я этого не отслеживаю, не знаю, поэтому... Вопрос немножечко не по адресу, извините, пожалуйста. Я не могу ответить на этот вопрос. Во время эфира все в порядке. Будут ли какие-то вопросы, какие-то пожелания? Жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если на нашем сайте, то я обязательно, конечно же, сообщу в соответствующие службы. Я думаю, что ситуация будет исправлена. Посмотрю, если звука нет, в общем, я обязательно сообщу в технические службы, чтобы все это исправили. По сегодняшнему обзору есть какие-то вопросы или пожелания? Похоже, что вопросов нет, потому что если бывают какие-то пожелания, они практически мгновенно всплывают, и реакция бывает достаточно бодрой. Поэтому давайте будем завершать наш обзор. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными, осторожными, берегите себя. Ну и еще раз нас всех с вами поздравляю. Сегодня пятница. Удачи всем!